Китайская цивилизация и путь Китая в глобальной перспективе. Так в этом году обозначена тема Шанхайского форума Всемирного конгресса китаеведов. На двухдневное мероприятие под эгидой пресс-канцелярии Госсовета КНР и Шанхайской администрации съехались около 400 ученых и экспертов. Приветственное письмо участникам направил председатель КНР Си Цзиньпин. В своем послании он выразил надежду на то, что синологи всего мира внесут свой вклад в диалог между цивилизациями и взаимное обучение во имя общего прогресса. Всемирный конгресс китаеведов ведет свою историю с 2004-го, когда впервые состоялся форум синологов, который впоследствии стали проводить дважды в год. Китайско-французские отношения стабильно развиваются под руководством лидеров двух стран. Этот факт имеет позитивное значение для всего мира. Китайская сторона готова действовать согласно консенсусу, достигнутому главами государств. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Глава французского внешнеполитического ведомства посетила Пекин с двухдневным визитом впервые с момента официального вступления в должность. Как отметил китайский премьер, партнерство двух стран способствует укреплению стабильности на планете. В следующем году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Францией. В Поднебесной этот юбилей рассматривают как повод для укрепления взаимного доверия и сотрудничества, подчеркнул Ли Цян.